Так, ребят, всем привет. Я понял, что вы все очень сильно переживаете, что с Рексой. Но с Рексой все хорошо. У нас тупо банально не хватило времени настроиться. У Семена тоже этап, и он не может так много выделять мне времени. Мы уже не спали все кучу дней, и вчера мы не успели уже настроиться. Время у нас, наверное, закончилось. Есть у нас небольшие проблемы с хаотичными такими проблемами, как типа детон иногда проскакивает. Пока что мы не поняли, в чем именно проблема. Скорее всего, проблема в зажигании, либо, возможно, в топливе. Конечно, сейчас я попробую еще это устранить. То есть поменять катушки, провода, свечи. И найти ту проблему, которая у нас выскакивает. Ну, если все выйдет, то, конечно же, мы где-нибудь настроимся на дороге, да поедем на тачке. А так, пока что, чтобы не убивать мотор, который собран просто идеально. И вот, мы решили, что... Мотор очень хороший получился, и убивать его нет смысла, поэтому думаем, что пройдет этап, и после этапа все это дело нормально настроим, без проблем каких-либо. Поэтому сейчас я ищу запасную машину арендную, на которой можно поехать на первый этап РДС Запад. Ехать туда обязательно нужно, вот. Это большое количество участников, судьи высокого уровня, как Джеймс Дин, Чарльз Зенг и Дмитрий Добровольский, поэтому... Надо ехать, да еще и дождь обещает, поэтому нужна тачка, ребят, у кого есть, пишите. Ты меня снимаешь, да?